новая модель многопильного станка для плитных материалов с шириной распила до 1520 мм. Проходной размер по плите у нас 1600. Станок отличается очень улучшенными характеристиками. Сейчас попросим конструктора рассказать об этой модели. Денис, расскажи об особенностях станка, пожалуйста. Станок разрабатывался с целью увеличения производительности и жесткости станка. Начнем с системы управления. Система управления находится с правой стороны станка. Она интуитивно понятная и давай. Требует от оператора с высокой квалификации. Все кнопки понятны, интуитивно понятны и легко доступны в управлении. Станец станка имеет коробчатую конструкцию, которая выполнена из листовых материалов, что придает станку прочность и надежность. Для установки станка в помещении не требуется подготовки основания. Станок может быть установлен на обычные виброопоры. Для удаления опилок в станке имеется установка системы аспирации для удаления опилок с верхней части оборудования, а также основной массы опилок с нижней части станка. Подъем верхних вальцов осуществляется простым и понятным путем. В передней части и задней части станка имеется ручка, перемещением которой и осуществляется под выставление роликов на определенную высоту. Контроль подъема роликов осуществляется при помощи линейки. В передней части станка у нас имеется когтевая защита, которая обеспечивает безопасность работы на станке и безопасность оператора. Для удобства базирования и подачи заготовки в станок на передней части станка расположена базирующая линейка, которая докомплектовывается линейкой удлиненной длиной 3 метра. Она закрепляется на подающем столе станка путем болтового соединения, а также крепится на подающих рольгангах. Подача заготовки в станок осуществляется 12 определенными приводными вальцами, что обеспечивает мощную протяжку и точную геометрию распила. Верхняя конструкция вальцов выполнена из жесткой конструкции в виде коромысла, что обеспечивает равномерное поднятие вальца по высоте. И это дает нам преимущество в том, что мы можем заготовки узкой ширины пускать не только по середине станка, но и с любого края. И получать в конечном итоге геометрию распила идеальную. Нужно отметить, что по качеству исполнения, а также по техническим и эксплуатационным показателям станок не уступает лучшим зарубежным аналогам.